О, пацан! Какие видео, пацан! Я не могу просто тянуть от этих видео. Слушай, вообще, откалываешь, даешь каждый раз по максимуму. Нет, пацан. Не знаю, о чем ты говоришь, но... Смотреть-то не на что. Где все хорошие новые сериалы, видео, интересные смешные вещи и всякая другая фигня, которая нас интересует и мы бы хотели смотреть? Куда все это вже делось? Куда все наше г делось вже? Понимаете, о чем я? Или не очень, или вам показать? Где у рыбы вже? Ну что, я сам не знаю. Интересно в Google зайти и написать, где у рыбы задница, откуда она срёт. Я уверен, что Google покажет вам последний фильм про Супермена, который называется «Человек стали! Man of Steel!» Это и есть настоящая задница рыбы. Это настолько такой пипец. Это такой кошмар. И ужас потрясающий кости и мозги. Потому что когда мы начинаем думать о следующем фильме, который выйдет, который будет с Беном Аффлеком в роли Бэтмена, мой Бэтмен, плохо становится на самом деле, потому что Голливуд ушел в задницу, русское телевидение вообще ничего не пускает, много лет интересного, мелкие сериалы, там какая-то фигня, галимтя, но ничего мирового, ничего на мировом уровне. Конечно же, все эти сериалы, которые были, превратились в коммерческие просто платформы, потому что ничего, кроме рекламы Pepsi, Coca-Cola и Nike там больше не выставляют. И, конечно же, YouTube полностью засох. У нас нету почти никакого нового контента и почти никаких новых обновлений. Все, что происходит, это люди говорят о том, как в мире плохо. Ужасно! В мире ужасно! Я хочу 1 000 000 подписчиков. Где мои 1 000 000 подписчиков? Их нет, но в мире ужасно. Давайте подписывайтесь. Ставьте лайк. И коммент ставьте. Вообще,